При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах Grammata.ru, Academic.ru, Wikisloварь. Сегодня мы с вами вспомним, что согласные звуки бывают звонкие и глухие, большинство из них образуют пары, они перед вами, но есть непарные – звонкие – л, м, н, р, й, глухие – х, ч, щ, ц. Запомнить, какие звуки являются звонкими, а какими глухими, вам поможет вот такой шутливый диалог. Мама зовет своего сына обедать. «Степка, хочешь щец?» На что капризный ребенок отвечает «фи», «не хочет». Реплики в этом диалоге составлены таким образом, что здесь употребляются только глухие согласные. Посмотрите. И если вы запомните этот диалог, эти реплики, вам впоследствии легко будет дать характеристику согласным звукам по звонкости и глухости. Сегодня мы с вами также поговорим о существительных общего рода. Ну, некоторые примеры здесь перед вами. Задира, Соня, Жадина, Забияка, Непоседа, Плакса. Это существительные с окончаниями «а» или «я», которые обозначают лиц мужского или женского пола или дают им характеристику. Ну, как видите, как правило, эта характеристика негативная. Эти существительные относятся к мужскому роду, если обозначают лиц мужского пола. Ваня – смешной непоседа. На то, что это существительное непоседа имеет форму мужского рода, указывает не только имя собственное Ваня, но и еще прилагательное смешной, имеющее окончание «ой», прилагательное, употребленное в форме мужского рода. Существительное непоседа может быть женского рода, если обозначает лицо женского пола. Катенька – смешная непоседа. Также здесь, кроме слова «катенька», является подсказкой нам еще и прилагательное «смешная», прилагательное женского рода с окончанием «а я». Далее мы с вами вспомним правописание чередующихся гласных ОА в корнях «раз», «тращ», «рос». Гласное «а» пишется перед сочетанием согласных «ст» – корни «раст», например, в слове «растение», или «подрастать» – корень «раст», гласное «а» перед сочетанием «ст». Также гласное «а» пишется перед согласной «ща» – выращенный корень «ращ», а гласное «о» пишется перед согласной «с». В корне «рос» – «подросли», «водоросли» – слово сложное из двух корней. Вот во втором корне пишем гласную «о» перед «с». У этого правила есть исключение. В словах «росток», «ростовщик», «ростов», «ростислав» пишется гласное «о», в слове «отрасль» – гласное «а». Правописание таких слов надо запомнить. И сегодня мы с вами вспомним, что такое односоставные предложения. Предложения, в которых грамматическая основа состоит только из одного главного члена, из подлежащего или сказуемого. Примеры односоставных предложений перед вами. В первом предложении грамматическая основа состоит только из сказуемого, выражено глаголом «не терпится». «Мне» – это дополнение, так как выражено местоимением в дательном падеже. В другом предложении грамматическая основа состоит только из подлежащего. «Зима» – это односоставное предложение. И в последнем предложении также грамматическая основа состоит только из сказуемого, выраженного глаголом «помнишь», но это предложение осложнено обращением «тетя». Обращение – это слово, которое обозначает того, к кому мы обращаемся с речью. Обращение не является членом предложения, поэтому обязательно всегда выделяется запятыми. Таким образом, это последнее предложение односоставное, но оно осложнено обращением.